Всем доброе утро, друзья! У нас сегодня дождь, сырость, туман, погоды никакой, поэтому пока не идем на улицу, как мы любим с утра. Я готовлю завтрак, буду есть тостовый хлеб вот с такой вот с творожным сыром, прованскими травами, мне он очень нравится. Настюшке заварила кашку, вот такую трезлака ханьц и чаек. Вот, я помыла волосы с утра, думаю, пока время, пока Сергей собирался на работу, я быстренько побежала, помыла волосы. И, кстати, я никогда не накручиваю полотенце на голову. Ну, вот как обычно, знаете, после ванны вот накручивают и ходят так. Это ни в коем случае делать нельзя, потому что я читала, что в этом состоянии волосы находятся как в паровой бане и очень сильно портятся. Вот, поэтому, хотя я сама раньше так делала, вот до того момента, пока не прочитала. То как, а я на тосты люблю кусочек масла. Так, буду капучино крепкий. Настюшина кашка готова. Мой кофеек тоже готов. Так что садимся кушать. Что может быть приятнее вкусного завтрака? Я очень люблю завтрак. Так что всем приятного аппетита. У нас уже час дня. У нас время обеда. Я поставила варить картошечку, вот такие вот колбаски пальцем тыканы, но не по-быстренькому так поставила варить. Настюшке хочу сварить вот такие макарошки и потереть сыра немножко сверху. Нам педиатр сказала, что детки очень так любят, что им очень вкусно. Буду добавлять, кстати, вот это вот масло, мне оно так вот недавно понравилось. Мы для себя открыли, оно элитное, вот, очень-очень вкусно, 84% жира, мы вообще, вот, Сергей, мы даже заказали, так, что-то за номер мне звонит, сейчас, секунду, алло, да, да, все верно, записано, да. Все, все, спасибо большое, до свидания. Так, это позвонили из салона красоты. Я на маникюр. Завтра записалась, потому что, посмотрите, у меня маникюра нету. Остались одни большие пальцы. Это вообще. Вот, так, кстати, мы этого масла заказали прям две упаковки. Вот, и мы все время масло перекладываем вот сюда, вот. И сейчас потру сыр на терочке и будем садиться кушать. Все, потерла сыр. И знаете, пока терла, тоже попробовала кусочек и поняла, что в Беларуси что-что, а вот масло, молоко, просто вот я считаю самое вкусное, очень натуральное, вкусное. И я даже в какой-то степени этим горжусь. У нас уже практически 8 часов вечера. А, уже 8 часов вечера. Ничего себе. Я Сережке здесь кофе несу. Держи. Вот, что хотела сказать. А, привезли из деревни бульбы мешок. О, половину, кстати, засыпали вот сюда картошки. Но у нас уже не вместилось.
Поэтому я сейчас сказала Сергею, будем питаться одной картошкой, потому что жалко, папа выращивал. Вот, он ходил, просил у соседа коня, вспахивал, там все лунки делал. И говорю, жалко, что пропадет. Поэтому, говорю, мы сейчас будем есть только картошку. Сегодня ели, завтра надо тоже. Пюрешку может сделать или что? Настюшке заварила чаек, дала ей бананчик. Кстати, дала ей сразу вот это вот печенье мультизлаковое. Но она не захотела его. Она начала пальцем показывать на бананы. Так показывает, показывает. Я думаю, что там? А она на бананы. И поставила ей вот такое вот развлечение. Это копилка панда. Мишка панда, да? Он вылазит с коробочки и трогает Настин пальчик, да. Вот такая классная копилка. Это Сереже подарили на работе на Новый год. Вот. Кстати, я вот эту штучку сзади убираю, потому что боюсь, что Настя ее не забрала. Вот, сейчас сделала Настюше кашку. Вот это вот Хайнц гречневую. Вот, и знаете, я решила больше не покупать вот эти вот кашки детские, что мы будем переходить на общий стол. Вот, то, что кушает она, и то, что будет... То, что кушаем мы, то будет кушать и она. Нам, потому что врач уже же сказала, ну, я постепенно. То есть, в основном она кушает такое все... Уже взрослая, ну, буду вот постепенно переходить, конечно. Ну, сразу все не буду исключать. Вот, а я себе хочу налить компот. Папа катал из лучи, потому что столько компотов надо пить. Непонятно, или баба, или папа. Очень вкусный. Я сейчас Насте не покупаю соки. Вот сколько набрали у папы компотов. Это обалденно. Самый натуральный. Вот, кстати... Я сегодня мыла волосы, хочу вам показать обалденный бальзам для волос, наш белорусский. Вот этот вот бальзам защита, он идет для окрашенных волос и улучшает структуру. Мне он так понравился, стоит 3 рубля, я его покупала за 3 рубля, но вообще он обалденный, мне он так понравился. Супер, я говорю, что... Есть белорусская косметика, та, что классно. Есть, конечно, не очень, вообще действия никакого. Но некоторые продукты, вот особенно шампунь, бальзам. Вот у меня вот этот вот бальзам, он очень нравится. Собираемся идти в ванну. Вот, набрала уже пенки на стежке. Вот, и хотела сказать, какие классные вот эти мини-коврики. Для ванны вообще просто супер, я от них балдею. Во-первых, они предотвращают удар ребеночка, если где-то локтем или головкой, не дай бог, и не дает скользить ребеночку. Мне они вот очень нравятся, и Настя даже с ними играется, там отрывает, опять крепит. Вот, и хотела показать, какие у нас игрушки. Ванну. Это вот такие фирмы Fancy. Они опускаются. Набирается водичка. И вот они бурлят так внизу. Конечно, это уточки. Я всегда беру с собой ковшик. Вот такой у нас от ванночки. Настюшу поливаю. Или она вот набирает водичку. Погорячее сделаю. И у нас я начала брать резиновую куклу с собой. Кстати, тоже куплена в фикс-прайсе, недорогая. Она из резины, то есть ее можно купать. И показываю Настюше. Вот моем головку, говорю, моем ручки. И показываю ей, чтобы она знала, вот, что надо головку мыть, ручки. Вот у нас термометр, кстати, такой.
Но я уже не опускаю, потому что я уже знаю по температуре воды. И вот эти вот стаканчики, которые я купила за 3 или за 4 рубля, такие универсальные. Она с ними играется и на коврике, и в ванной их можно. Она переливает, набирает водичку, тоже очень удобно. И вот эти вот мячики фэнси, тактилки, их тоже можно брать в ванну. Так что я взяла. Вот, может, поиграем. Вот, и must-have для молодых родителей. У кого длинные волосы, кто любит так же ходить с распущенными волосами, как и я, это всегда резинка на руке. Посмотрите на мою руку. Видно? Это мой все автозагар. Это вообще... Сергей мне говорит, когда ты уже смоешься? Вот он. А, я не знаю. Ладно, смоется. Так, купаю Настюшку. Помыла ей только что волосики. Уже показывала суперский вообще шампунь. Вот это вот Мустелла. Он, я использовала его с рождения от сиборейных корочек. Ну, его можно даже просто так использовать. У меня он остался. Вообще самый классный. Очень рекомендую. Корочки вообще моментально, буквально после 2-3 применения уходят. Потому что я столько интернета перечитала. Поэтому экономлю ваше время и говорю, вот этот вот шампунь обязательно приобретите, просто вот находка будет ваша. Вот такой вот. Вон пенка, шампунь идет. Вот, и также я использую вот такую вот мочалочку. Я ее купила еще до Настюшного рождения, но пользоваться стала где-то, когда я была 3 месяца, потому что врач сказал, ну, пока не пользоваться, кожица младенца все-таки она нежная, не нуждается в таких уже прям. Вот эта вот мочалочка, она из натурального материала, я даже не помню, но это фирма Кико итальянская. Вот Кико, ну, на итальянском Чико. Вот, поэтому я... Сейчас у Насти уход вот такой вот. Купила просто, о, забрала уже мочалку, наш белорусский Happy Baby. Он, кстати, бюджетный вот вариант. Здесь получается гель для подмывания малыша, затем шампунь. Ну, я когда этим шампунь и гель-пенка для купания. Вот такой, в принципе, неплохой, бюджетный такой вариант. Кстати, вы не обращайте внимания, что у нас пока ванны здесь нету, плитки, ничего, потому что мы здесь живем только 11 месяцев, то есть мы с роддома сразу сюда поехали, новый дом, поэтому мы все со временем хотим сделать, и плиткой здесь все обложить, и потолки сделать, и ванну поменять. Поэтому пока пользуемся тем, что есть, а потом постепенно будем все обустраивать. В первую очередь, кстати, хотим Настюше комнату обустроить, обои переклеить. Так что оставайтесь с нами и все посмотрим, как все сделаем. Да. Все, дорогие друзья, увидимся уже с вами завтра. И всем пока-пока. Пока-пока.